Ограбление средь бела дня. На столичной улице Гамарника злоумышленник выхватил из рук 72-летней пенсионерки сумку и сбежал. Милиция вычислила подозреваемого и задержала по горячим следам. Как было установлено, преступление совершил 25-летний минчанин. В пакете с личными вещами оказалось всего-то 50 рублей и пенсионное удостоверение. Правда, злодей успел частично потратить деньги в ресторане быстрого питания. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет.